доехали мы до Торгына, где развилка на Огневку, на Асугулак и на ТНТ. Если мы сегодня успеем, то, скорее всего, может, мы и в Огневку, или и в Асугулак, наверное, заедем. Если вдруг. Потому что у нас сегодня планы просто доехать до перевала, заехать на верхнюю точку, там проехать, может, маленько вниз, пока будут рощи. А спускаться до Пантелеймоновки, ну, у нас цели такой нету. Там уже, ну, там такие же вот скалы. В смысле, мы едем снимать желто-красно-оранжевый холст. Ну вот он, желто-красно-оранжевый цвет. Что это осины или березки? Да, вот она. Недаром мы приехали. Красотища, это еще солнца не хватает. Сейчас еще солнце. Это Торгынское ущелье. Потом будет ТНТ. Потом будет Тайнтинское ущелье. И затем мы выезжаем. Ну, как бы таких названий нету, но я уже сам буду придумывать названия, потому что и на картах их нету. Даже на картах, военных картах, да, которые какого-то 50-х годов или 40-х, там тоже нет названий. Поэтому, раз нету, мы сами можем сочинить. Даже стихи можем сочинить. Ну, в этом году мы успели, товарищи. А в прошлом... Да, и вот этот красные какие-то кустарники. Такое ощущение, что караганик. Вот и на горах растут деревья. Это березы или осины? На осины похоже. Не березы же, белые. Это место, товарищи, Торгынский перевал все-таки. Потому что, во-первых, смотрите, ну, это высшая точка. Голые горки, да. Ну, вот это лесополоса только. Ну, и как бы нашей машинке не так легко было на нее подняться, на эту высшую точку. За нами едет там, что он, Митсубиси? Тоже, или там, Тойота, не помню. Пыталась обогнать тоже, как-то она так подустала. Я даже отдавал ей место, проблем нет. Но... А это место называется, я так называю, Тайнтинская долина, потому что той горкой уже будет Тайнты, верхние, соответственно, там и нижние. Но нас радует, что мы успели, как бы еще просто солнце на восходе, поэтому чуть-чуть краски не те. Желательно, чтобы оно выше вот сейчас подымется, когда, и тогда, может быть, скорее всего, дрон запустим. Проехали мы форелевый прудик, где ловили рыбку тоже, но там они, видите, не коптят. Хотя, может, заехать узнать, может, тоже коптят. Ну все, практически доехали мы до верхних Тайнтов. Аэросъемочки у нас тоже, озеро Верхний ТНТ есть, Нижний ТНТ. Можно посмотреть в плейлисте озеро ТНТ, дорога к ним, по-моему, так называется, если я сейчас не ошибаюсь. Самая вкусная трава возле дороги. Кто мог подумать? Или не специально выходят, наверное, просто пообщаться, посмотреть, себя показать. Как вы думаете? Ну, смотрите, вот там сколько там. Вот, пожалуйста, лево иди, вправо иди.
Нет, вот он будет идти по дороге прямо. Вот смотрите его. Может, это у них такая дискотека? Ну, мы в восторге от этих, конечно, животных. Сами понимаете, все благодаря им садится в этом мире. Вот вам, пожалуйста, верхний ТНТ. Наша столовая вроде бы работает. И мы, наверное, пойдем там попьем кофе. Потому что, видите, восход сейчас переместился. Был
руководителем ядерного проекта на начальной стадии первый год. Естественно, он был заместителем Берии, естественно, Берия руководил, но на самом деле все это делал, все это производил, естественно, Судоплатов. И самое интересное, что эти ученые, которые вот эти вот Нильс Бор, Ферми, Пантикорва, они, оказывается, сами создали коалицию и специально искали выход на СССР, чтобы не было монополий на атомную бомбу. Я надеюсь, что в этой ситуации тоже кто-нибудь сделает какую-нибудь коалицию, потому что все понимают, что это шутка юмора, она, когда начинают уже к этим кнопкам тянуться. Мне кажется, надо во всех конституциях мира записать или вообще уничтожить это ядерное оружие. Вот тогда там бейтесь, сколько у вас просто.